Зимняя школа телевидения «Олимп» пройдет в Казанском федеральном уже во второй раз. В этом году школьников, которые хотят попасть под прицел телекамер, ждет знакомство с азами телевизионного производства и принципами организации телевещания. Именно здесь будущие студенты получат ответы на волнующие их вопросы о мире телевидения, а также попробуют себя в роли телеведущего и репортера. Такое включение в телевизионную среду. Благо, у нас ситуация и обстоятельства, и условия позволяют. Это возможность почувствовать себя телевизионщиком, ну, скажем так, прикоснуться, потому что многие приходят на первый курс и приходит какое-то разочарование, потому что телевизионщику нужно работать. Да, а как, в чем заключается эта работа, не все представляют. Участников будущей школы ждет интенсивная недельная программа, а это экскурсия по ведущим телеканалам Татарстана, мастер-классы от телевизионных практиков, участие в съемках программы ток-шоу и многое другое. Например, в таких специально оснащенных студиях участники школы будут учиться записывать свой первый стендап, читать суфлеры и, может быть, даже выходить в прямом эфире. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.